Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 января, предпразднство Рождества Христова, Православная Церковь совершает память преподобного Никифора, прокаженного монаха. Преподобный Никифор в миру Николай Джанакакис родился в селении Сирикаре на острове Крит в 1890 году в благочестивой семье. В 13 лет родители отдали его на обучение цирюльнику, жившему в городе Ханья. Тогда у него обнаружились первые признаки проказы. В то время кретяне ссылали прокаженных на полуостров Спиналонга, поэтому, когда в 16 лет его болезнь стала заметной, Николай уехал в Александрию, где продолжал работать цирюльником. Когда проказа стала распространяться на лицо и руки, один Ирий посоветовал Николаю отправиться на остров Хиос, где был лепрозорий, устроенный преподобным анфимом Ваянусом. Николай прибыл на Хиос в 1914 году в возрасте 24 лет. Там для Николая открылось поле деятельности для совершенствования добродетелей. Преподобный Анфим постриг его в с именем Никифор. Он выполнял работы в садах и огородах и был первым певчим в храме. Впоследствии из-за болезни Никифор потерял зрение. В 1957 году практически слепой и прикованный к постели старец был переведен в противолепрозную станцию святой Варвары в Афинах. Святой представился к Господу 4 января 1964 года в возрасте 74 лет. Еще при жизни преподобный, переносивший свои страдания с крайним смирением и в непрестанной молитве, стяжал множество благодатных дарований за безграничное терпение и любовь к ближним Господь наделил Никифора даром пророчества и утешения страждущих. Когда он скончался, от его мощей исходило благоухание. Многочисленные чудеса, происходившие по молитве святого, были записаны учеником преподобного отцом Евмением. Дорогие братья и сестры, Сегодня также совершается память святых Великомученицы Анастасии Узарешительницы, мучеников Хрисагона, Феодотия, Еввода, Евтихиана и иных, священномучеников Дмитрия Киранова и Феодора Поройкова-Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитство. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.